дальше есть... Да. А вот это, дорогие друзья, и есть тот самый дворец Дожи. Видите, какая древняя красотища. Как раз, видимо, 6 часов звонят колокола на площади Сан-Марко. Чистое небо, смотрите, здесь прошел дождь. До Сан-Марко отныне запрещено кормить голубей, поэтому голубей, слава богу, здесь теперь нет. Я просто их очень боюсь. Всегда именно из-за голубей боялась прийти когда-либо на Сан-Марко. Но вот видите, специально из-за меня кормежку голубей отменили, и они все перебазировались в другое место.